Всем поздний вечер, хорошее настроение, позитивчик. Мира неба над головой. Моя окрасочка приготовила. Окрасочка с рынка. Ну какие. Не. Нажраться не буду на ночь. Одного мне хватит. Вот еще. Икра, баклажаны, мы обожаем, как грибы. Так вот, троечку, ложечек, так вот. Вот остаток макарошек. Не нужно, по-свинючу. Кому не нравится, не смотрите. Придет всем аппетит. Попробуем домашняя окрасочка. Это бомба. Это не магазины. 10 из 10. Вкусняшка. Ну как без окурчика. И витаминчиков. Будь все здоровы. Какой хоть поздний вечер? 9 часов. Еще раз не поздний вечер. На 12 ночи кушать. 12 ночи надо уже байлюлю залезть за интернет, телевизор, все дела. И спать. И видеть прекрасное сновидение. Кто-то придет, ложку упал. Теща, наверное. Да не, уже поздно. В домашних курсах. Не разгрызешь нифига, кошечка. С кишем такая жесткая. Но мясо вкусное. Что, вилку вам показать? Вам? Вилка много не загребешь. Ложку кто-то делает, это ерунда. Увидали вилку? На все позитивчик.